Однако на этом все несчастья минувшей ночи для Ривнова не закончились. Во двор частного дома одного из местных бизнесменов ночью бросили гранату. Инцидент произошел около часу ночи. В доме на момент нападения находились 38-летний предприниматель с женой и малолетним ребенком. Никто не пострадал. В полиции имя владельца дома не называют. На месте происшествия правоохранители нашли осколки предварительно от гранаты РГД-5. Злоумышленников ищут. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Вибух могла спричинити, скажімо так, граната, можливо. На даний час проводиться додатковий огляд. Вибухом пошкоджено паркан, фасад будинку, а також вікна у будинку. Розпочато кримінальне провадження за первинною правокваліфікацією частини 4 статті 296, це хуліганство.